Кыргызстан построит школу в азербайджанском Хыдырли. Сегодня лидеры стран ознакомились с проектом учебного корпуса и подписали послание будущим поколениям. Капсулу времени Садыр Жапаров и Ильхам Алиев заложили в основание будущего здания. В нем будет 22 учебных кабинета, спортивный и актовый залы, библиотека, лаборатории, а также кабинеты информатики и начальной военной подготовки. На территории построят спортивную площадку, беседку и котельную.